На Петербургском международном экономическом форуме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев провел встречу с главным управляющим партнером по городскому развитию госкорпорации ВЭП РФ, генеральным директором Моногорода РФ Ириной Макеевой. Обсудили вопросы поддержки инвестиционных и инфраструктурных проектов в Моногородах Иркутской области. Об этом 16 июня 2022 года сообщила пресс-служба правительства. По поручению президента России совместно с государственной корпорацией ВЭП РФ разработан стратегический мастер-план комплексного развития Байкальского муниципального образования. Подготовлен проект распоряжения правительства России об утверждении программы развития Байкальска до 2040 года и план мероприятий по ее реализации. С учетом решения Федеральной межведомственной рабочей группы разработана программа социально-экономического развития Усолья и Сибирского до 2026 года. Здесь, конечно, нужно уже нам формировать будущее вот этих. Ну, по крайней мере, мы рассматриваем этих городов. Я бы хотел, чтобы на площадке Байкальска, я знаю, что целое проектное у вас управление, вы видите там будущее развития этой промышленной площадки в целом, с точки зрения привлечения инвестиций. Хотел бы поблагодарить коллег за то, что они входят в состав управляющего совета. Много спорных моментов, много там идей, которые критически или скептически там рассматривают, ну, жители, но в любом случае движение вперед. Для финансирования ряда мероприятий данных программ требуется дополнительное финансирование из федерального бюджета, отметил глава региона. Перед правительством Иркутской области стоят задачи по диверсификации экономики моногородов. В связи с существенным влиянием санкций на бизнес, Игорь Кобзев предложил корпорации ВЭП РФ рассмотреть возможность создания упрощенной процедуры для получения средств компании на реализацию инвестиционных проектов. У нас запущена в апреле программа «5 шагов для городов». Очень активно Иркутская область включилась, и у нас практически все моногорода области заявились на эту программу. Что лежит в основе этой программы? Это практически без ресурсов, на эмоциях, на нашем желании, на компетенции вашей команды, команды мэров этих городов, можно достичь быстрых результатов. Это проекты по пяти направлениям. Я уверена, что эти проекты у нас сложатся, сбудутся. Мы проговорили и провели такие дистанционные встречи с каждым из команд мэров. Это, знаете, такие быстрые решения для молодежи, для тех, кто там, более взрослого, серебряного возраста. В общем, это то, что не требует миллиардных вложений, но то, что отзывается в сердце каждого горожанина.